Poiste. Poiste. Pacholátka. To užijete marcipánu. Šup. Už jsou otevřena vrátka. Bác. Přibouchla baba bránu. Řeč, ten smích, ten hlas. Půjdete hrázem, přeběh mráz. Les černý zbělel ve vánici. Zavřela baba na petlici. Plameny z pece jazyk plazí. Zmizely cesty v bílém vání. Tu anděl dětem vnukne nápad. Ожидаемое яркое событие на Вологодчине. Оно с 91-го года проходит. Но вот особенность этого 14-го фестиваля, ребята, что вот появился такой замечательный жанр. Театр кукол включен в программу данного фестиваля. И появились, наконец, спектакли, на которые можно приглашать вас, ребята, детскую аудиторию, детей, подростков. Это замечательно. Вы видели, что спектакль вообще-то поставлен по известной сказке братьев Гримма, которая имеет множество версий, театральных, литературных, но вот здесь она была представлена в такой интересной стихотворной форме. Поэтому мне хочется сказать нашим актерам, режиссерам огромное спасибо за доставленное удовольствие. Это первый раз, когда мы принимали участие в этом фестивале. Ну, и во всем это первый раз, что мы играем в России. Здесь играло хорошо. Ну, здесь эта зала большая. Мы, как сказать, вчера. Вчера мы играли в Логде, в театре кукол, и там меньшая зала. И это представление для немножко меньшей зала. Ну, ребята хорошие, реакции были. И я думаю, что визуально есть так большое, но так для ребят, что понимают. Любим театр, а с куклами мы сме стали рыбяки. Один из тех, которые куклы сделали с нами, у нас в театре такой ательер, который докажет сделать это. Все. Сцену, куклы, костюмы. Все сделано в нашем театре. Но каждый спектакль есть отличный художник. Хотел быть актером, и у нас есть академия, где есть кукольное актерство. Ну, то я там пригласился, так сказать, студовал. И... Выображал? Не знаю. Я был студент этого, и я хотел это.